Это где-то 80-х годов, вот этот, даже 70-х годов у нас, мы поехали в сборной Казахстана, в Якутск, и мы тогда впервые увидели вообще, что такое якутская борьба, школа борьбы. Коркиным мы первый раз тренером, когда Шурапчинский школа был, школа борьбы была тогда. Тогда вот я боролся с Николаем Захаровым впервые. У нас очень сильная борьба была. Два раза по 5 минут там вообще никто не останавливался. Обоя. То один нападает, то второй. И меня удивило, что у вас девушки, женщины вели шахматку там. Понимаете, болели они за эту борьбу. И у нас получился ничья. Ну там в зале недовольны такие, туда-сюда там. Но потом мы с ним с этих, после этого схватки мы очень близкие друзья стали. Николай Захаровым, вот этот. Николай Захаровым, это очень близкие друзья. Потом нас официально, меня и Хапанова, пригласили для встречи Чурапшу. И я помню, мы тогда зимой, шуба, валенький, приехали, там вечер, танцевали валеньких вместе, на следующем бороться. И вот балкон есть же, балкон? И балкон упал, от людей много было. Хорошо, что жертв ничего не было, все нормально. И у нас схватка такой была, опять, вот этот 10 минут у нас ничья. Мы очень близкие после этого, хорошие друзья стали. Там, я думал, мы обои достойны были друг другу. Если честно, вот этот, если не этот случай, который, этот, я думаю, якутский народ, у вас много знаменитых борцов. Пинигин, олимпийский чемпион, Саша Иванов, который у нас жил, серебряная медаль Олимпиаде. Вот другие, но сейчас молодые, которые... Но в то время Захаров, я думаю, Коля, один из сильнейших борцов мира вообще. Я думаю, он несколько раз выиграл в Олимпиаду, если он был бы жив, да. И все помнят, наверное, те, которые с нами, видел нас, с нами, которые боролись. Славик Карпов боролся в то время, знаете же, да. Потом Иванов, это попозже... В то время вообще Николай Неустроев боролся, да. Очень много знаменитых борцов. Я вот, мы с тех пор дружим. Как зацепит вот так, он вообще никого не пускал, да, чувство сильное. Он. Я действительно себя счастливым человеком считаю, что якутским народом друзьями стали. И боролся с этим человеком. Это замечательный человек. Дай Бог в том свете ему это покоя. Но детям, семьям ему. А вот он действительно был чувствительный. Как человек хороший был, душевный. А вот в борьбе это был как тигр, понимаете? Тигр, это, да, как тигр. Это, я думаю, если было бы все нормально, он и Олимпиаду, и мир выиграл бы. А я что, почему не попал? Хотя я два раза Союз выиграл. Да. Ну, знаете, в то время СССР, кого хочет тогда брать, правильно они. Кого я выиграл, они ездили Олимпиаду.